Всем привет! Сейчас мы посмотрим новый мультик Хоме. Гладиаторские бои. Зажигалка против Рам. Поехали! Привет! Поехали! Ой, знаешь, что я думаю? Подожди, зажигалка Рам. Это же монстр из лабиринта. Да. Тогда, значит, они будут друг с другом сражаться, или монстры... Ой, точно, смотри, это лабиринт. А я думала, лабиринт уже закончился навсегда. Вот это Рам. Грязный Рамирес. Так подожди, Арата же забрала его медальон. Я думала, они уничтожаются навсегда. Ну, уничтожаются, просто... А это зажигалка. Это как-то... Они... А, слушай! Приквел. Это... Нет, тогда бы кто-то из них не выжил. Понимаешь? Да просто он столкнул их и все. А мне кажется, знаешь что? Мне кажется, что может быть они как-то восстанавливаются, снова остаются в лабиринте, и уже с нуля его снова проходят. Это же ад. Они же как бы не могут умереть. Ты думаешь, кто победит? Рам выглядит мощнее. Я думаю, что тоже, что Рам должен выиграть. Я вот просто не понимаю, как он прям на ходу успевает спалить снаряд. Сколько снаряд медленно летит. Смотри. Я думала, Рам будет покрепче. У меня же два уничтожения. Ой, огнемета. Огнемета. А зачем он ближе подъехал? Ему же еще жарче станет. Выстрелить вверх. Я сыплю. Так же вроде Раты поступил в какой-то серии. Так, что-то надбил ему все. О, Рам уже расплавил передний щиток. Зажигалка. Ну, может, просто протаранить спасутся. Оба. Бодренько так едет. По носику. Давай, давай еще разок. Несколько раз давай. Пушка раскалилась, он стрельнул и сам себе сломал. А, так он сейчас стрелять вообще не может. Он сейчас его, походу, просто камнями пытается закидать. И, типа, знаешь, в конце такое. А, когда в этих UFC боях, да? Нет, нет. А как? Знаешь... Тебе кто победил? В гладиаторских боях, когда было такое, там, император так. Император так взял? Опа. Стрим куда-то телепортировался? Видишь, Рам все-таки выиграл, мы так и думали. Да, я так и думал. А, мы правильно выиграли, вот, мы правильно выбрали. А мы вот правильно выбрали. Телепортировался, теперь, видимо, Рам будет с другим драться. И Рам там проиграет, выиграет другой. И... Не знаю, так это можно бесконечно сделать серию про лабиринт. Кстати, пишите в комментариях, за кого вы болели, за зажигалку или за Рама, и правильно ли вы выбрали победителя. Если вы голосовали изначально. Конечно. Они потом скажут в конце, что... А нет, я за Рам был, я за Рам был. Рам, хитро. Пока. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!